Итак, сегодня многих жителей Тюмени объединила идея борьбы за экологию. Для горожан организовали сразу несколько акций. Некоторые из них всероссийского масштаба, например, проект «Чистый лес». По предварительным подсчетам, в нем приняло участие около 500 жителей областного центра. Среди волонтеров была и моя коллега Анастасия Нахрачева. Здесь своей стихии, как рыба в воде. Второкурсник Семен Мишалкин с выбором профессии определился давно. С детства мечтал стать лесником. Я 6 лет вообще занимаюсь рыбалкой, охотой. Папа меня давно очень на это подсадил, как бы дело. Лес для меня это вообще такое, как бы, незаменимое. Тут свежий воздух всегда. Лес надо уважать. И заботиться о нем. Основная задача экологического десанта – убрать сухие больные деревья, ветви, бутылки и не только. Боровское лесничество выбрали не случайно. Из-за близкого расположения к городу. Здесь много отдыхающих, соответственно, и мусора больше. Лесничих на всю нашу область 1500 человек, а территория лесов 11,5 миллионов гектар. То бишь невозможно таким количеством лесников навести порядок на территории всех лесов. Это в принципе невозможно. Если человек поучаствовал в уборке леса, то в следующий раз у него дрогнет рука, когда он будет бросать пустую бутылку. Скорее всего, он этого не сделает. Забота об окружающей среде – дело и взрослых, и детей. Многие участники акции приехали целыми семьями. Я помогаю маме палки убивать. Мама, мусор убивает пакетики, а я палки убиваю. Сотрудники МЧС – постоянные участники акции «Чистый лес». Например, Анар Мехдиев участвует 4-й год подряд. Решил совместить приятное с полезным. Как любой нормальный человек, собираю грибочки. Я не особо в них разбираюсь, но я стараюсь все подряд собирать. И потом обращусь к более значимому человеку, который поможет мне отсортировать их. Я, если честно, немного сожалею о том, что не совсем добросовестно изучал школьную программу, когда нам рассказывали про грибы съедобные, несъедобные. Уж точно съедобными и вкусными были каша, пирожки и горячий чай. Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Очень вкусно, все очень понравилось. Очень, я считаю, полезная акция, которую можно почаще проводить. И, во-первых, сближает столько количества людей с разных организаций. Не только там за уборкой, а даже за общением. Новые какие-то знакомства вот появились даже. Весь собранный мусор и горы веток уберут и утилизируют сотрудники Тюменской авиабазы. Анастасия Нахрачева, Владимир Кондратьев, Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радио Мир.